За мной, мои сосущие друзья! Повелитель, приказывай! Взять этого желтого негодяя! Хозяин, ты что? Они же мне сейчас как начнут сосать! Эй, блинчики! Мы не будем сосать! Он воняет! И что? Мы любим кровь! Ну а это почти. У него место крови это желтое. Хозяин, ну перестань, ну перестань. Очково же. Желтый, глупый ты. Ёлки-палки. Да радовался бы. Ну ладно, поедем. Не будем. Блинчики. Вперед, мои сосущие друзья. Мы с тобой. Поехали на рейд, блинчики. Хочешь сделку? Хочу, конечно, дружище, надоел уже. Плауэр 6130. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, мы продолжаем, и это, конечно же, последний день на земле. Война войной, обед по расписанию, как говорится. Как мы с тобой рейдили, так и надо продолжать рейдить. А иначе, ты помнишь, этот стеллаж был полный? Ха-ха! Все, нет, нифига, вот что иначе происходит. Поэтому погнали на фантастический рейд. Но для начала небольшое объявление. Если ты не знал... Ну, тыквер. Тыквер можно взять, прошлый ролик посмотри, где его можно взять. Его можно взять на локации заправка, да? За 750, металла 700, короче, неважно. Очень легко берется, короче. И-и-и. Тягач и грань. Не выбирай эти байки. Если выберешь эти байки, начнутся косяки и лаги. Выжившие, мы заметили, что после обновления у некоторых из вас... Они связаны со скином грань. Поэтому, если вы поменяете его на любой другой, проблема должна уйти. Скоро мы все поправим. Короче, это не только грань. Если ты был на субботнем стриме, огромное тебе спасибо, то, что пришел на стрим. Короче, вроде как тягач тоже, да, еще? Я фиг знает. Ну, смотри, грань вообще как бы не бери, да? Он красиво был, выглядит, как исправят, так и будем плясать. Да, ну а мы отправляемся с тобой на рейд, и вообще тыквера этого вонючего поменяем. Вот прям, о, вот этот мне нравится. Да, маленький, компактный, хаки, вообще фантастика. Так, все, нам ничего не надо на этом рейде, это бомж-рейд вообще. Сезон хорошо, но, да? Нельзя забывать про рейды. Так, стоять, что-то я с бензином погорячился. Нормально, что это? Рейды это основа основ, блинчики. Не будем этих сосущих вампиров брать, нафиг. Плауэр 6130. Блин, обычный рейд, обычный вообще не придумаешь, да? Но, надо его провести, чтобы дальше запустить задание. Насколько он обычный? Ну такой, блин, слушай, ресурсики как бы, да? Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Давай сразу сливаем бенз. Блин, я мал C4 взял. Тут вроде бы две их надо. Ну ладно, фиг с ним. Вытащим из почты. Стандартно, да, смотри. Если ты дверь взорвешь, то тебе через окна будут всекать. Ну, то есть, если чоппер стена будешь делать, да? Поэтому взрывай вот это окно. Или вот это окно. Можно вот с этой стороны, в принципе. Не, вот с этой фигня получится. Короче, вот это окошко, и за дверью будем прятаться. Вообще идеально просто. Бэм, блинчики. А, ну да, чё это? Погорячился я чё-то. Класс, да? Дают этот кожиецкий металл, как бы все как положено. Давай по шипам их таскать просто. Ну, как вариантик, да? И все, и пускай вот так вот кручу-верчу. Воу, тише, тише. Кстати... Тебе не дадут металл. Тебе не дадут металл, если вот так по шипам таскать. Смотри. Можно таскать, но обязательно оставь, да? Ну, то есть сезонную шнягу не дадут. Оставь хп на один удар, парам-пам-пам. Хороводы, хороводы. Блин, так долго, да? Давай лучше через это, воин из-за угла. Привет, друзья, блинчики. Знак тебе в голову. Воу! Представляешь, дорожным знаком в голову? Серьезно, да, будет? Вот, видишь? А если об шипы убью, фиг, ничего не дадут. Лишним не будет, да, нам этот металл? По волшебству, да, мы так перелетели сейчас. Тут можно не заморачиваться, парам-пам-пам. Блин, я не знаю, я просто уже привык, да?
Чоппер стена — это идеальная тема. Друзья, если у вас не получается на рейде поставить, значит байк у вас стоит не на траве. То есть если я его пытался бы поставить, к примеру, вот здесь, ничего здесь не выйдет. Видишь, здесь колея разрушены, хоть и трава. Закачу его вот сюда в дом, да? И, короче, ну ты понял, обязательно условие — трава. Трава должна быть. То есть никакого пола, никаких построек по линии. То есть спереди чоппера, сзади не должно быть никаких построек. Сезон изишный, сезон простой. Если тебе что-то в этом фантастическом сезоне еще не ясно, просто посмотри прошлые два ролика. За два ролика, да, получилось очень подробно показать, чего, кого и куда. Хорошо, да? Ну, как бы, вот, уже неплохо. Уже такой пойдет трейдик. Здесь у нас что? О, надо же, бензин, изолента. А если ты новичок, да, вот это вообще золотая тема. Хотя, слушай, этот сезон, он настолько эпический. Он дает электронику, он дает не электронику, ёлы-палы. Сколько он всего дает, вот просто не счесть. Очень крутой сезон, друзья. Я прям даже не знаю, как сказать еще. Так, сишка нужна. У меня есть в почте, вообще бери две, да, если хочешь полностью зарейдить. У меня благодаря этому сезону теперь столько оружия, ёлки-палки, вообще фантастика. Мы продолжаем еще стрелять его и еще долго, да, будем стрелять. А какой сезон? Речь о 17-м, конечно. Тогда, когда я снимаю для тебя этот рейд. Сезон контрабанда, блин. Так, все, мы уже зависаем. Ну, бомжи появились. Чик, хорошо, честно, я доволен. Вот и дерево, да? Да, я вот сейчас вот так дешево наберу дерево и всякой фигни, потому что... ну да. Их можно и через окно, никто не отменял, да, эту тему. Главное, что к тебе зайти не могут. Смотри, какой толстяк дерзкий. Пузяк, блин, вообще молодец, молодец. Сколько здесь вот этой вот... металла кожиецкого, да, по сезону. Слушай, ни о чем вообще. Даже не стоит заморачиваться из-за этого. Ну, блин, неплохо, да, так? Смотри, по чуть-чуть, да, и насобирали всякой шняги. Хороший рейд, пойдет. Нет, это не один из топ. Топ — это когда там тебе всего дофига дают, да? Так, веревочку возьмем, металл возьмем. Ну, вообще хорошо. Да, одного дорожного знака, смотри, не хватает по любасу. Я взял один, мне не хватило. Чё-то, блин, я не ожидал, что здесь вообще нету оружия. А молотком бить? Блин, ну это какой-то такой идиотизм. Ну ты понял, да? Это долго был. Очень долго был. Давайте, мужчины, пора завязывать. Какой ты тяжелый вообще, я офигею. Вот у тебя друг нормальный парень. Соображает, куда надо идти, чтобы выхватывать. И готово. А чё-чё-чё-чё-чё? Ну, как бы все тут разбомбить, да, чё-чё-чё? Вот из этого аптеки можно скрафтить. Так, давай-давай-давай, байк загрузим вначале. В принципе, все, рейд закончен. Я при таком раскладе вообще как бы даже ничего перекрафчивать не буду, да, бинты там делать. Чё? О, хорошо, смотри. Ну-ка, а железо? Вот, отлично, и грядочку хватает вскрыть. Вообще топ. Просто вот красиво был, загрузились. А в верстаке могут быть там пластины, да? Вообще пофигу. Теперь остается только взять семена, да? Если что. Ну-ка. Нифига нету. Ну и побежали отсюда. Мне кажется, хорошо провели рейд. Все, больше тут нифига нету. А что, шум не максимальный, что ли? Класс! Так, что еще? Ну, что-нибудь еще на ручки взять, да? Каменные блоки или кожа. У меня немерено кожа. Погнали домой. Изи вообще. Ну и так, ресурсика взяли, да? Бензинчика взяли чуть-чуть. Мне кажется, хорошо вообще. Нормально провели рейд. Похоже на правду, еще бы, друзья. Давай быстрее, сваливай. Вот так. 150 левел. Не устану это повторять, друзья. Как только достигаете 150 левела, вам доступны рейды. Через радио вот так вызываем. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик,
Конечно же, оцени лайком, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать. Блин, слушай, достаточно сложные задания, реально. Еще 5 гуманитарных грузов. Вообще, блин, жестко. Удачных тебе рейдов. Пока-пока. Сезон продолжается. Халява просто прет рекой.